Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу города Москвы задержали участников организованной группы, которых подозревают в похищениях денежных средств у пенсионеров. Стоит отметить, что злоумышленники размещали в средствах массовой информации заведомо ложные сведения о пользе рекламируемых ими лекарственных препаратов. Затем, обладая персональными данными пожилых людей, звонили им и представлялись специалистами в области медицины. Стоит отметить, что они убеждали граждан в том, что у них есть серьезные заболевания, для лечения которых необходимо приобрести эти лекарства, а также сопутствующие медицинские препараты. Сотрудниками полиции было установлено, что от деятельности организованной группы пострадали более 500 лиц преклонного возраста, которые проживают на территории России. В результате проведенных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска задержали основных участников и организаторов по местам жительства в столице и Подмосковье. Кроме того, в помещениях колл-центров непосредственно в момент обзвона клиентов оперативники задержали еще 18 человек. Степень их участия в незаконной деятельности на сегодняшний день устанавливается. На сегодняшний день уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошенничество. 12 фигурантов задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.